Глава городского округа Сергей Никитенко также проверил готовность к 1 сентября и 11 школы, в которой тоже проводится капитальный ремонт по президентской программе. Красивые яркие этажи, отремонтированные кабинеты, новое оборудование в 11-й средней, полная перезагрузка. Остались последние штрихи. Навести порядок, расставить мебель и украсить школу ко Дню знаний. Так приятно. Я заканчивала эту школу. Как я пришла в 2004 году и пришла сюда работать в 2016, никаких изменений практически не было. А сейчас это абсолютно другое здание с абсолютно другой инфраструктурой. Вообще шикарно. Школа полностью поменяла свой облик и снаружи. Новый фасад, окна, прилегающая территория, благоустройство которой в стадии завершения. Сейчас территорию готовят к укладке асфальта. Все работы проводятся согласно современным нормам и требованиям. Наводим уборку на территории, так скажем, благоустройство. Идем завтра уже, здесь будет укладка асфальта. То есть благоустройство, в принципе, тоже по газону у нас завершено. Сейчас идет выравнивание, засеивание травой. Вот, и завтра, соответственно, завершим асфальтные работы. И, в принципе, мы будем готовы уже, так скажем, к встрече школьников. Капитальный ремонт образовательного учреждения проводится по президентской программе. Его ход на особом контроле муниципалитета и области. Еще одним положительным поводом, моментом 2 сентября для нас, для всех жителей городского округа Серпухов, добавится очередной современный отремонтированный объект образования появляется в нашем городском округе. И очень-очень я рад, что программа капитальных ремонтов в рамках президентской программы нарастет, потому что на следующий год целых 5 школ становится на капитальный ремонт. И если мы такими темпами дальше все будет продолжаться, то проблема модернизации ремонта образовательных учреждений в скором времени в нашем городском округе будет решена. Родная школа ждет 2 сентября на торжественную линейку ребят, родителей и педагогов.